здесь уже не первый раз, я была в прошлом году. Также у нас здесь в этом году проходили областные соревнования, поэтому я здесь уже как постоянные соревнования, каждый год тут. В эстафете мы были первые, а лично я вторая. В прошлом году у нас была трасса другая, мы проезжали в горку, а в этом году просто равнина. Какие у тебя ожидания вообще от соревнований? Что ждешь? Не знаю, главное поучаствовать.